События периода гражданской войны – неоднозначная и не самая освещаемая тема в нынешнее время. В Великоустюгском районе в течение многих лет краеведение остается главным направлением игр «Брейн-ринг». Вечером вторника представители семи школ Великого Устюга «Новатора» и «Красавина» посоревновались в знании истории участия устюжан в гражданской войне, в частности, боев Северодвинской речной флотилии с интервентами. Всего у нас за год проходит 3 тура. И выявляется абсолютный победитель. И сегодня также будут места распределены следующим образом. 1-е место, 2-е и 3-е. Остальные будут участники. А в конце 3-го тура у нас будет абсолютный победитель, у которого будет кубок победителя сезона. Несмотря на сложность задаваемых вопросов, большинство участников в основном отвечали правильно. По итогам игры 1-е место заняла команда 9-й школы. 2-е – школа номер 15. 3-е место – у 11-й школы. Следующий этап пройдет 15 февраля следующего года. Его темой станет жизнь и творчество выдающегося мастера северной черни Михаила Павловича Чиркова. Максим Тятов, Максим Колосов, Новости провинции.